Саженцы сирени обыкновенный генерал Першинг на штамбе General P. Orchin Syringa vulgaris. Если вам нравятся махровые сорта, то стоит присмотреться к этому виду. Он был открыт во Франции в XIX веке. И за это время не утратил своей популярности среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Этот сорт сирени невероятно красивый, грозди цветов пышные и крупные. Поражает период цветения, цветы будут вас радовать на протяжении 20 дней. Соцветия растут как по одному, так и сливаются в пары. Внешняя сторона лепестка лилово-розовая, а внутренняя нежно-фиолетовая. Аромат напоминает абрикос. Многие выбирают этот сорт из-за его устойчивости к болезням, хорошо подойдет для дачи. Сирень, обыкновенная на штамбе, генерал Першинг, это кустарники высотой 240 см с типом роста, штамбовый диаметром 150 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов приятный, нежный. Окраска цветка розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает до 2 см сантиметров. Лист растения по форме сердцевидный. Летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения нет шипов. Важно, что сирень обыкновенная на штамбе генерал Першинг самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.